Всем привет! Сегодня великий день. Мы приехали делать коробку крутым ребятам. Вот процесс пошел, короче. Слушай, ну что я тебе скажу, блин? Ну смотри, ну нет почти грязи, мальца есть. Ну это, потому что от бывшего хозяина. Опа, там из-под этого валит, он маслица капает. Блин, я расстроился сейчас. Из-под шруза. Че там с... Во. Нам сальник будет менять. Ну мы же все сразу сальники будем менять. Я что думал сначала об улегченном маховике. Но говорят, на нем трогаться хуже, да? Что осталось, подушку, да? И это, и сзади там кулису еще отвернуть. Масло тебе не нужно? Что? Ну, сливай я масло. Да, конечно, у меня же новое. Их ты, блин, там вообще даже масло есть. Я думал, там уж его нет давно. Минералка, да? Я не знаю, что там пролить. Ой, я слушаю, Саня, я тоже, если честно, не знаю. Ну, в общем, объясняю ситуацию. Коробка у меня в состоянии, наверное, уже плачевном, но сейчас мы разберем, мы ее увидим. И, в общем, вот мы уже сняли привода. Шузы, ну, вон один шуз висит, один мы вот здесь уже у нас. Вот, почти все готово к снятию. Вот подставили такую гидравлическую подставочку под поддон, чтобы мотор стоял на месте твердо. А коробку мы сейчас будем, короче, снимать. Вот. Как только мы ее снимем, сразу и разберем ее, и все это вы увидите. Но снимаем уже коробку где-то минут 35. То есть не торопясь, спокойно. Саня вон за дровами пошел. Вот. И вот так. На чем висит? Вот картоночка. Скажи хоп, сразу позанимался, да? Слушай, а корзина-то это, ну, я бы не сказал, что он здесь эти усики-то убитые. Ну-ка. Не менял ли? Нет, ну-ка. Смотри, какая-то крафт. Ну да, крафт. Ой, Сань, ей пипец, смотри. Сань, смотри, какая выработка лютая. Смотри. Ну и да. Пипец, вот это попадос, вот это я вообще не ждал. Че, будем покупать, поедем за Луковской, да? Сейчас лук, Приоровскую, да, там, купим. Узнать, что там. Вот лепестки я вижу, да, лепестки. Ну, у тебя по педали. Ничего не отдает. Отдает. Немного. Не сказал, что прям вообще, но отдает чуть-чуть. Это вот эти лепестки, они должны быть вообще ровные, да? Да, да. Блин. Ага. А диск что? Маховик целый. Маховик нормальный? Да. Ну вот, значит, вот. Никаких. Ну, маховик тогда оставим. Хорошо. Друзья, короче, вот так вот сняли мы коробку. Коробку мы еще не вскрывали, слили только масло. И что мы видим вообще уже в данной ситуации? То есть у нас кончилась корзина сцепления, то есть там на лепестках уже очень большая выработка. Короче, меняем корзину сцепления, меняем диск сцепления, меняем выжимной подшипник. Пока что это. Сразу меняем все подшипники в коробке, меняем... сальники в коробке. В общем, полный ребилд коробки получается. Сейчас будем разбирать коробку. Погнали.
Что-то я думал, здесь жесть какая-то, тут вообще ничего нет, нет никакой жести. Думал, что-нибудь сломано. Типа передачи, там зубья валяются где-нибудь тут. Че, вилки нормальные? Взял, оторвался, сразу сломал. Сзади. Это сзади передач? И все, что ли? Вот это вот вся любовь. Это вот первичный вал, да? Да, что у тебя там? Это есть у тебя первичный, а это вот вторичный вал. Жужжимной такой. Убитый? А, это луковский такой, наверное. Ну да, он и в комплекте, он будет тоже. Эх, уронил, там что-то Сань сломал. Комбайн уронил. Время 10 часов только. Подожди, за что вообще синхронно отвечают? Включение передачи. Ну, она это, вот ты, она, короче, ты передачу включаешь, она тормозит шестеренку. А, то этого... есть синхрон ее тормозит. Да. А если он разболтный, получается, она не останавливается, получается хруст. Да, да, да. Ага, короче, как нам сказал уважаемый Александр, что у нас коробка даже еще вполне хорошая. То есть, прям вообще под обычную езду она прям вообще подойдет. Надо поменять только... Что там надо поменять, Сань? Эту? Муфту первой, второй передачи, и все. Вот, а сейчас мы уже начали собирать. Ну, новый коробок в новом ряду. Сейчас поедем, да, за запчастями. Сейчас за нами приедет какой-то друг Санька, Леха, да? Сейчас поедем. Так, Сань, что тебе давать эту шестерню? Давай. Ага, сейчас. Это гонечки, все навье, блин. Да, тебе даже тряпочек привез. Ну, а ты что думал? Итак, что еще-то? Короче, Саня сказал, что динамика будет нормальная, лучше гораздо, чем была. Так, и что нам надо покупать-то? Мы покупаем, как я сказал, корзину, да, мы покупаем муфту первой, второй передачи, если подшипники все, сальники, если хватит денег, мы покупаем еще одну муфту. Ну, короче, все меняем. Ребилд прям весь будет полностью. А вон Саня собирает. А это что, на герметик надо болты ставить или они так затягиваются хорошо? Есть, сломалось. Ну что, в общем, мы приехали из магаза. В общем, накупили мы запчастей еще на 7500 рублей. Что я вообще просто офигел. Короче, коробка выходит просто золотая. Мы, короче, вот что купили. Мы купили новые подшипники в коробку. Купили муфты. Решили поменять сразу обе. Купили сцепление в сборе. Вот. И получается у нас коробка полностью прям у нас коробка будет навьё. Навьё. Будет навьё. Вот. Сейчас Саник придет, начнем собирать. Сейчас мы еще, наверное, отъедем тут по делам кое-куда, вот. Ну, вообще фишка в чем? То есть, да, денег мне вышло, она прям очень много, но это, наверное, того стоит. То, что Саня говорит, будет прям бомба. Будет прям бомба. Все. Да, Сань? Еще уже. Во. На, Санек. Если... А, ну да. Пойдем. Короче, такое приоровское сцепление мы купили. Почему приоровская, я повторюсь, потому что, наверное, не записалось там, то что это. Здесь вот на старой очень лепесточки тоненькие и мягкие, а здесь вонки здоровые. Короче, Саня сказал, будет жестче и будет круче, вот так. Ну вообще теперь эротика, да? Ну и новый. Ну да, ништяк.
поставил, да? Габаритики включи, чтоб красиво было. Во! Лёх, ты меня спасёшь, да? Давай, давай. Давайте. Всё, он уехал, Лёх. Всё, уехал? Ага. Давай, Сань, пока.